Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на Сиродмир Ролиплей, 4-й сир. Муник здесь легенда Путбуль, не забывайте вводить мой ник при регистрации. И также для моих подписчиков есть специальный промокод. Пишите МН, потом выбираете 10-й пункт промокод и пишите вот такой промокод КГЕЙМ. И как только вы отыграете 7 часов, вы получите 50 тысяч, поэтому обязательно его используйте. Ну что ж, я думаю, вы догадались по названию видео, что сегодня у нас будет. Я хочу сыграть на все деньги в казино. Сейчас пойду в банк, сниму оставшуюся сумму денег, там 100 тысяч чем-то есть. На руках у меня 395 тысяч. Ну и попробуем подняться. Да, помните в последней серии, либо в какой-то, нет, предпоследней серии, которая была перед рулеткой, я вроде бы как продал бизнес. И, короче, там я проебал где-то лям. Если не больше. А лям спрыгнул где-то, я, короче, проебал в казино. Но это, в принципе, не записывал. Сейчас, короче, доедем заправки, я заправлюсь. Потом поеду в банк, сниму оставшиеся деньги. И уже потом поедем прямиком в казино. Так, вот я уже приехал в банк. Давайте улучшим двигатель и берем... Идем в банк, снимаем все свои деньги. Там 100 тысяч чем-то было, я уже говорил. Так, список моих счетов. Основной счет. Так, баланс надо посмотреть. 108 тысяч, хорошо, назад. Снять баланс счета. Получается, давайте 108 тысяч снимем. Вот так, блин, я думал лям. Нет, пацаны, 500 тысяч всего лишь. А сколько мне там за квартирку надо платить? Давайте посмотрим. Аренда гаража, бизнеса. Так, ох ты, блядь, 9 дней из 30. Блин, ну давайте я сейчас, наверное, закину. 1050 я плачу, потому что если я проебу все деньги, потом у меня сидит квартира. Так, да, я платил на 20 дней. И давайте еще на один день. Все, 30 из 30, заебись. Все, можно теперь спокойно ехать в казино. На самом деле, я сегодня собирался снимать не казино, а охоту, но что-то решил записать казино. Поэтому в следующей серии, скорее всего, будет охота, но это не точно. Если у меня деньги вообще будут на оружие там и так далее. Но если не будет денег, то придется тогда работать. Блин, еще вход 5000 эти галимы. Ну ладно, пофиг, если что. Опачки, розыгрыш машины. Это уже интересно. И сколько там взнос? Я вот не помню, сколько там взнос, но тачка довольно-таки неплохая. Вы не можете иметь более двух... Блять, это типа какой машины нету. Ну ладно, в принципе. Хрен с ним. Так, давайте поиграем, посмотрим, что-то заставки есть там. Да, есть. Так, тут, короче, рано на 20 тысяч. Бля, я проебал. Сколько? 15 тысяч или 20? Да, 20 тысяч проебал. Бля, тут даже по сотке никто играть не хочет. Тут вообще такие мелкие ставки, это пиздец. Ой, за чуваком играем на 200 тысяч, короче, и я выиграл просто. Изи. Просто изи. Так, заебись. Так, давайте еще попробуем 200 тысяч ебануть. Так, у него выпало 5, у меня выпало 7. Бля, у меня почти лям, кстати, пацаны. Так, давайте дайс. Окей, 400 тысяч. Ну, давайте сыграем, что делать. На 400 тысяч сыграем. Так, 9-9, ничья. Я выиграл, пацаны. Я реально выиграл. У меня лям 200 просто. Изи бабки, реально, пацаны. Изи бабки просто. Реально поднялся, пацан. Он сейчас по-любому лям там поставит, либо еще что-то. Блин, просто изи деньги. На лям. Да не, братан. Не-не-не. На лям я точно играть не буду. Не, на лям это дохуя. Дохуя реально. На лям он просто хочет свои бабки одним махом отбить и заодно мои выиграть. Так, он типа написал, что я сыкло. Ну ладно, хуй с ним. Я просто, бля, знаю эту тактику. Типа, когда ты проебал дохуя, даешь ставку больше, чем это и выигрываешь, по сути. Но это не всегда так действует, но по сути оно так и есть. Ладно, я думаю, можно, в принципе, съебывать, потому что, ну, мы подняли довольно-таки неплохую сумму бабок. Я думаю, вы со мной согласитесь. Поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.